Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 28 декабря, и у нас сегодня праздник. Выпал снег. Хотя говорят, что это ненадолго, завтра уже к вечеру потепление, но пока идет снежок, и мы этому очень рады. Я снимаю с руки без штатива, поэтому если будет трясти, то не обессудьте. Снега мы не видели практически всю зиму, потому что у нас даже 0 градусов не было или минусовых температур. Все время плюс. Вот у нас и собачка Рада. Она тоже устала без снега, хочет помыться, почиститься. Сегодня минус 5. Я практически очень редко снимаю природу, потому что, как я считаю, что природа у нас одна и та же, и как бы особо показывать нечего. Но смотрю, что другие блогеры постоянно показывают, что у них происходит каждый день на улице. И, в общем-то, это интересно смотреть. Ну, по крайней мере, считаю я так. И поэтому сейчас я постараюсь как можно чаще снимать природу. Тем более, что природа у нас, конечно, очень хорошая. Ветер северный, поддувает, но все равно очень приятно, что наконец-то выпал снег, хотя уже на завтрашний день к вечеру обещают потепление и осадки в виде дождя. Поэтому снег простоит недолго. До свидания, всего.